Добрый день, с вами Михаил, и сегодня я буду рассказывать и показывать, как сделать самодельную стойку для телефона. Часто возникает необходимость в зарядке мобильных телефонов, планшетов и различных устройств, но при этом рядом нет полочек, куда бы можно было данное устройство положить. Простым решением может выступать изготовление вот такой вот полочки, это у меня заготовочки, в которую устройство вставляется следующим образом. Оно не падает, достаточно хорошо там лежит. Притом, в отличие от полочки, данная конструкция сильно не выпирает и не скрадывает место и не мешает. Поэтому может устанавливаться в любых местах при минимальном занимаемом месте. Также продемонстрирую, что сюда запросто помещается и планшет. Длина самой щели сделано такой, чтобы туда помещалось данное устройство вертикально. В принципе, в размерах вы можете выбирать под свои устройства, не ограничиваться, как вам будет удобнее. Теперь перейдем к самому изготовлению. Сама идея состоит в следующем. Имеются досочки, ну вот наличники продаются, вот такие вот реечки. У меня они были. Что я сделал? Нарезал одинаковой длины, 4 штучки. Одна из них у меня меньшей толщины, для того, чтобы мне оптимально было подобрать по толщине устройств. Толщина щели должна быть больше толщины устройств, самого толстого устройства. Притом она должна быть больше, ну, миллиметров у меня получилось на 4. Больше смысла нет, если будет щель большая, тогда устройство просто выскользнет. Я сделал вот такую компоновку. Сейчас замеряю при помощи линейки толщину, которая у меня получилась. Миллиметров. Вполне нормально. Я думаю, если так усреднять, то примерно все одинаково устройства по толщине идут. Что делаем далее? А далее мы начинаем вырезать в двух дощечках вот такие вот выемки. У меня получилось не очень ровно. Как всегда, что-то подкачал глазомер. Тут я даже немножко перепилил. Ну да ладно, все в процессе шлифовки и отработки у меня исправится. Что делаем далее? А далее при помощи клея ПВА мы все склеиваем. Клей ПВА нужно использовать только его, никакие другие не годятся для дерева. Все это детские лепят. Будем склеивать, если 88-м, либо резиновым клеем, все это очень быстро расклеится. Поэтому только проверенный клей ПВА. Можно также купить клей ПВА с добавлением каких-то там присадок. Ну, как вот у меня был здесь момент столя. Это что-то типа ПВА, только с добавлением более сильных присадок. Ну, собственно, склеиваем, мажем детали. Можно мазать одну, не обязательно две. Дерево хорошо впитывает в себя клей. Выжидать здесь не нужно времени. Так вот, прижимаем. Далее что нам нужно? А далее нам нужно заготовочки скрепить между собой. И скрепить нам придется при помощи струбцин, либо каких-нибудь других подручных средств. Вот так вот мы скрепили. Излишние капельки убираем, иначе они засохнут, будут жесткие. Потом придется их трудно шлифовать. Так, все, готово. Теперь можно сразу же, я думаю, нет, сразу не нужно. Нужно подождать, пока вот эти две части у нас склеятся. Далее мне нужно будет выровнять всю вот эту внутреннюю поверхность. В противном случае, если приклеить сразу боковину, то потом ее уже ничем не исправишь. Детальки у нас склеились между собой. Далее я прошелся обычным ножом. Выровнял более-менее структуру. Перепад между этими досками я убрал. Теперь беру шпаклевку по дереву и начинаю замазывать оставшиеся неровности.
Ну вот, собственно, процесс завершился. Теперь осталось дождаться, пока высохнет шпаклевка, пройтись окончательно наждачкой, для того, чтобы выровнять всю вот эту структуру и сделать идеально гладкой. Следующим этапом после высыхания шпаклевки нужно ошкурить получившуюся деталь с внутренней стороны, потому что потом уже будет не подлезть. Ну вот, готово. Далее продолжаем процесс склеивания. Все тот же клей ПВА, все те же доски, но уже приклеиваем с двух сторон. Теперь нужно удалить клей из внутренней части. Там вот он каплями, излишки выдавились внутрь. Нужно его там выровнять или удалить. Наша деталька склеилась, и я не удержался и промазал все вот эти вот стыки шпаклевкой, выровнял. А теперь берем нож и начинаем удалять излишки засохшей шпаклевки. После того, как я сбил грубые куски шпаклевки засохшие, теперь нужно шлифовать детальку. Шлифовать я буду вот такой насадкой. Дело очень больно. Осталось его помыть, протереть тряпочкой, точнее от пыли, от грязи. Далее нужно просверлить два отверстия. Отверстия нужно просверлить вот в этих частях, так чтобы они не мешали туда вставлять устройство. Либо можно купить петли, ну, как называются они, кронштейны, которые прикручиваются сюда и вешается далее у нас на саморезы эта штучка. После того, как это изделие я помыл, высушил, осталось его покрыть защитным покрытием. Дома я не обнаружил никакого лака, но из этого есть выход всегда. И, кстати, это очень хороший способ защиты деревянных изделий от гниения. Это льняное масло вологодское, немножко, так скажем, похвастаюсь, оно в качестве добавки очень полезное, на вкус противное, полезное, и у него быстро истекает срок годности. Так вот, зачем его выкидывать, если оно еще может использоваться и для технических целей? И основная его цель — это пропитка деревянных изделий. Пропитанное данным маслом изделие, оно не тускнеет, не темнеет, оно не подвержено образованию плесени. Я таким способом делаю деревянные ложки. Я их вымачиваю в льняном масле, после чего ей уже ничего не страшно. Ни вода, ни сырость, ни гниение. То же самое мы делаем и с данной заготовкой. Вот это льняное масло. Такое оно консистенции. Наносим его. Желательно наносить в несколько раз, потому что впитывается оно постепенно, не сразу. Отмечу еще, что изделие приобретет некий аромат, ну, если непосредственно принюхиваться. А так, в целом, оно впитывается в изделие деревянное достаточно хорошо и в дальнейшем не пачкается, но не образует как лак поверхностных пленок. То есть оно полностью внутрь уходит. Ждем, пока у нас питается первый слой. Через некоторое время операцию необходимо повторить. Раз или два еще в дополнение к первому.
В итоге имеем вот такую получившуюся у нас конструкцию. Все достаточно удобно, эргономично. Сейчас установлен в подставку планшет. Он наклонен вперед, однако может также наклоняться и к стене. При этом, если он случайно отклоняется, глубина подставки достаточная для того, чтобы он не выпал. Еще проще дело обстоит с сотовым телефоном. Их влезают даже два. Можно поставить разветвитель и заряжать одновременно две розетки от двух зарядных устройств. То же самое. Он не падает. Глубина подставки она достаточная для безопасного крепления телефонов и планшетов. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписываемся на мой канал.